здорово, дорогие друзья, с вами Драген, и наконец-таки новый ролик по Trackers of Europe 3. Я, друзья, надеюсь, что вы соскучились по новым роликам, да, по этой игре. Давненько их не было, и, собственно говоря, наконец-то он, ну, начался, да, потому что, ну, реально давно как бы не было, ну, типа, вообще это не Катя, да, поэтому, ребят, поддержите просто лайкусиками, чтоб я знал, что Trackers of Europe 3 вам действительно нравится, и вы хотите видеть видосики чаще. Вот. Ну, а я взамен, в принципе, пообещаю выкладывать чаще видосы по Trackers of Europe 3. Собственно говоря, сегодня я решил взять ту самую свою первую Сканию, да, то есть первый мощный мой грузовик, на котором я возил большие тяжелые грузы. Это та самая вот эта вот Скания новенькая. Правда, она грязная, пыльная. Давно я, кстати, на ней не катался, в связи с тем, что как бы у меня другие фуры были, а это у нас просто стояло, вот. Поэтому надо ее сегодня помыть, и получается, сегодня повезем какой-нибудь груз. Вот, даже причем хочу напомнить то, что у нас же есть тут номера, да, на ней, это единственная Скания, на которой у меня поставлены номера. На других фурах у меня ни хрена нет номеров, я не ставил как-то, ну, типа, хз, почему. Так, также у нас тут обновление было небольшое, у нас добавили, получается, открывание-закрывание окон. Это очень круто, потому что, посмотрите, хоп, открываем и выглядываем. И это действительно круто. И причем разрабы не просто вот это сделали, они еще сделали, смотрите, мы закрываем сейчас. Так. Вот так вот закрыли. И смотрите, если мы сейчас не сможем выглянуть в окно, то есть, а нам не дает. Типа мы ударяемся об это зеркало, и это реально круто, между прочим. Хоть и мелочь, но все-таки приятно, то, что разработчики этому уделили время. Мы откроем, потому что сегодня жарко, вот. Мы сейчас с вами заводим... Блин, как это круто. Как я давно на Скане не ездил, это просто капец. Так, убираем. Так, а у нас мойка-то вон там, да? Да, там мойка. Так, сейчас Сканию вон ту пропустим. Давай быстрее, давай. И ты нас пропускает. Ладно. Спасибо, конечно. Надо было самому приехать, наверное. Охз. Так, у нас, в принципе, что? Нам там только помыть машину надо, получается, и, в принципе, все. Так, аккуратненько заезжаем. Так, а сейчас самое главное встать. Ой, правильно. Я, кстати, давно не играл в Trackers of Europe 3. Типа, действительно, как-то не находил время. Да и вообще, по правде говоря, я редко играю вне ролика в Trackers of Europe 3. Только когда какая-то интересная обнова выходит, тогда я уже захожу и играю с удовольствием. Блин, как я давно на Скане не ездил, это просто капец. Смотрите, она сейчас красненькая, красивенькая. Муа! Жалко, правда, ненадолго, но тем не менее. Полюбоваться такой красотой, я думаю, стоит. Просто ее вот, знаете, фирменный такой малиновый, темно-красный цвет. Это очень круто. Блин, насколько она грязная, конечно, это прям ужас. Где она только не была, когда я вообще последний раз на ней ездил? Когда вот, ребят, те, кто вот смотрели каждые ролики, напишите, ребят, в комментариях, когда последний ролик был с вот этой вот Сканией. Я лично, честно говоря, даже не припомню. Могу сказать то, что это было очень давно. Так, ну что, все, нет? Все, замечательно. Так, заводим. Так, и получается, сейчас сдаем назад. Аккуратненько. Так. Вот так вот. Опа! Блин, как я кайфую с нее. Все-таки Скания — это круто. Но хочу сказать то, что в скором времени я, наверное, прикуплю себе новую фуру опять. И думаю, она мне тоже, черт возьми, понравится. Давайте я звук, ребят, убавлю немного. Как-то громко. Лично мне кажется. Так, ну все, капец, сейчас пробка будет. Встал тут наш товарищ. Коллега по работе. Так, отправляемся дальше. Отправляемся.
Так, нам сейчас нужно по прямой. Да, нам нужно по прямой. Ребят, напишите в комментариях вообще, вам нравится вот такой, типа, видос? Типа, где мы сначала приводим машину в порядок, потом едем, как бы, рассказываю еще истории попутно. Потому что это, думаю, еще тоже интересно, помимо того, как мы ездим, возим грузы. Мы, кстати, в Мюнхене находимся, если что. Куда можно сгонять? Какие-то интересные грузы хотелось бы повозить. И можно камни увезти в Штутгарт. Вот так вот. В принципе, ну, не сказать, что далеко, как бы. Можно в Нюрнберг сгонять овощи, перевезти. Тоже недалеко. Куда есть еще? Можно, в принципе, металлолом отвезти, а можно промышленный силос, ну, хз. Так, цемент в Цюрих увезти можно. Крановый грузовик. Мы, кстати, его, по-моему, уже возили один раз. Напитки какие-то, что... Ну, можно, в принципе, в Лин сгонять. Почему бы и нет? Нам, блин, тут 3000 платят, конечно. А за... Сейчас, секунду, пацаны. За овощи 2500. Ну, лучше, мне кажется, камни отвезти. Они как-то более прикольнее. Ну, тут и цена как-то прикольнее выглядит. И камни сами по себе крутые. В общем-то, я думаю, мы берем вот это. Я, кстати, камни ни разу не возил на таком прицепе, если что. Типа, казалось бы, прицеп добавлен давно, а я только сейчас первый раз вообще повезу. Буду цеплять этот прицеп и на нем, черт возьми, выезжать. Блин, какая Скания крутая, это просто вот мое почтение, кстати, что-то... Блин, как я отвык уже от Truckers of Europe 3? Вы просто... Тихо. Просто не представляете. Так, все. Отлично. В общем-то, ребят, все как обычно, под ваш, ну, под любимый музончик с ускорялочкой. Как только доедем, мы продолжим.
Друзья, мы подъезжаем в Штутгарт, и, в принципе, я могу сказать то, что сегодняшняя поездка, это очень даже здорово, я бы так сказал, потому что, в принципе, аварий-то таких и не было, ну, кроме одной, которую, где я фуру врезался, из-за того, что она резко затормозила, и я тоже оттормозиться не успел, а так, в целом, я хочу сказать то, что это самая лучшая серия за все, наверное, время. Я и пошашковал. Ну, как бы это абсурдно не звучало, но действительно, я пошашковал между в потоке и, в принципе, достойно так проехал. Вот. А вообще, у меня, кстати, есть отдельная... есть идея сделать отдельный видос, где будет нарезка шашек в Trackers of Europe 3. Так, у нас, кстати, что по времени? У нас время 18... Ну, нормально. К вечеру приехали. Так, аккуратненько. Ага, что-то нифига себе тут потока-то, конечно. Поездка в горы, короче, можно сказать, прошла успешно. Так, ну все, сейчас будем стоять полчаса. Так, ну, нам наручник надо поставить, потому что тут все-таки склон. Так, ну поехали, поехали. Ты будешь ехать, алло? По-моему, нужно отъехать. Давай, 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 давай быстрее, черт возьми, пока зеленый. Я не хочу стоять на красном, потому что это долго, это, черт возьми. Опять встал, ну, что с тобой ты будешь делать-то, а? Проскочим сейчас быстренько, вот. Главное, окупают мерседесов своих, и потом встанут посередине дороги. Это, конечно, такое себе. Так, там что у нас, красный? Да, там красный. К сожалению, мы здесь не успели, придется тут постоять. Включаем поворотничек и, в принципе, ждем. Ну, кстати, ждать нам немножко надо было. И это очень хорошо. Так, поворачиваем аккуратно. Тихо. Что-то как-то сегодня с вождением. Вот на трассе было неплохо, что-то в городе как-то все печально. Не знаю. Под конец еще, блин, дождик полил. Я думал, это еще и без дождика мы проедем, будет красиво, но нет. Под конец все-таки нагадил, чертило. Такой дождик. Сколько у нас штраф? Штраф 277 евро, это в целом мало, могу так сказать. Заработаем мы, кстати, 5000. Это хорошо. Вот. Думаю, вот сюда припарковаться, да. И, блин, я соскучился по Скании. Это реально, черт возьми, здорово. Вот мы ездили на старой Скании, да? Еще на других грузовиках мы ездили. Блин, Скания все-таки, черт возьми, крутая. Крутая, по-своему любима, по-своему цинична. Вот, короче, Скания топ. Пишите, кстати, ваши комментарии. Вернее, пишите свои комментарии, какой грузовик вам больше всего нравится. Вот, на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделал. Пишите крутые комментарии, всегда лайки. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока.